Здравствуйте, в студии Александр Кашапов и наш гость, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Юрьевич Титов. Мы сегодня поговорим о заморозке тарифов. Но это будет не главная тема, я имею в виду заморозка тарифов госмонополий. Во второй части программы мы коснемся не менее важной темы. Она стала актуальной, вернее, она является актуальной уже несколько лет назад, но особенно интересней возник буквально вчера, когда Борис Юрьевич разместил на одном из своих блогов Предложение амнистировать несколько миллионов нелегальных мигрантов в России. Борис, здравствуйте. Добрый день. Как я уже говорил, теме миграции и иммиграции, а также легализации миграции мы посвятим вторую часть нашей программы, первую часть заморозка тарифов госмонополий. И если у вас возникнут какие-то вопросы, а также предложения, пожалуйста, звоните в студию финам.фм 65 10 99 6, код города Москвы 8495, либо пишите нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Итак, Борис Юрьевич, mm -hmm. а хотел бы обсудить с вами плюсы и минусы, которые э, есть и которых немало. Я имею в виду э, рост тарифов, точнее заморозка роста тарифов госмонополии. Но сначала дадим слово нашему премьер-министру Дмитрию Медведеву. Он заявил о цифре в 420 миллиардов рублей. Именно такая э, экономия для бюджета э, предвидится экономистами и правительством при э, при заморозке тарифов, точнее, при отсутствии роста цен на услуги госмонополии в течение трех лет, до 16 включительно. При этом почти все госмонополии заявили о том, что у них приостанавливается инвестпрограмма, либо сокращается инвестпрограмма на сопоставимую, кстати, сумму. Вот «Газпром» заявил о том, что программа у него сократится примерно на те же самые 400 миллиардов рублей, возможно, даже чуть выше. А при этом «Газпром» заявил о сокращении выручки на 500 миллиардов рублей, полтриллиона. И «Газпром» также заявил о том, что смежные отрасли начнут сокращать людей и увольнения приведут, достигнуть что-то вроде в 300 тысяч человек. То есть такой плачевой... Ну, апокалипсис, апокалипсис наших дней, да? Вот. Нечто подобное говорят со стороны РЖД. То есть сокращение инвестиционной программы, сокращение размеров инвестиционной программы говорит о том, что в РЖД заявляют о том, что это приведет к падению качества услуг, которые предоставляет госмонополия пассажирам. Хотя, ну, не будем скрывать, не будем лукавить, качество услуг оставляет желать лучшего. То есть оно и так находится на уровне близким, ну, скажем, к, низ... к самым низким оценкам. Ну, уж не скажите, нет, на некоторых поездах сейчас Сапсана мне очень понравилось. Сапсана замечательно, но если, если вы хотите сравнить с Индией и Китаем, где там перебор, то, конечно, мы, у нас 5 звезд, если не 6. Вот, и заявили все представители госмонополии о том, что это больно по ним ударит. Вот просто не заморозка тарифов, не скажем так... Не освобождение от уплаты тарифов, а просто ну, отсутствие индексации, причем она опережает инфляцию зачастую. И Росатом только говорит, что это не повредит ему, потому что там открылась линия субсидирования со стороны правительства. Вот насколько это действительно плачь, Ярославна? Либо действительно больше плохого, чем хорошего вот в этой мере? Ну, вот. в каждой мере есть пострадавшие и выигравшие. Однозначно. Поэтому, чего конечно больше? же, монополии газ, и «Газпром», кстати, и «Транснефть» попала под это. Здесь, наверное, это в меньшей степени надо было морозить тарифы «Транснефти», но э, все, конечно, их бюджеты будут страдать. Их балансы будут показывать меньшую прибыльность. Э, но надо сказать, что э, здесь... Государство должно сделать приоритет, выбрать э, главное направление, которое оно должно поддерживать. У кого приоритет? У энергетических монополий э, вообще в целом, у сырьевых компаний, которые обеспечивают сырьем э, экономику и поставляют на экспорт, или все-таки это приоритет переработки сырья, приоритет потребителя, который должен э, промышленных целях использовать это сырье, производя другие товары, перерабатывая его, производя товары глубокой переработки, на которых на самом деле является базой для всей промышленности Российской Федерации, ну и любой промышленности, любой экономики. Поэтому вот до настоящего момента, конечно же, приоритет был энергетический, приоритет крупных компаний, поэтому и роль государства в этих компаниях. Поэтому и система установки тарифов, которая была до настоящего момента, которая, конечно же, способствовала быстрому росту. Да, и мы знаем, что рост даже был больше, чем официально росли регулируемые тарифы. И на газ, и на электроэнергию. Мы, в общем, сегодня опередили же по стоимости газа Америку и по стоимости электроэнергии Америку. Конечно, мы еще не доросли до Европы, но Америку мы уже опередили. Поэтому, когда сырьевая экономика, когда всячески задачей э, государства, э, экономических властей э, получить как можно больше от экспорта э, финансовых ресурсов, которые необходимы для э, поддержки социальной сферы и которые необходимы для ну, формирования бюджета в целом, то тогда ни в коем случае нельзя замораживать тарифы. Тарифы должны расти до той степени, пока их еще покупает кто-то газ. А, потому что сейчас уже газ покупает уже намного меньше. Вы имеете в виду российских потребителей российских потребителей, чем а, а, раньше. Потому что главный приоритет экспорт. Если мы говорим о том, что мы должны уйти от сырьевой модели, потому что сегодня она, конечно, не гарантирует нам спокойного будущего. Все мы понимаем, что и цены на нефть и газ Не в ближайшее быть. время, скорее всего, будут падать. Сегодня они больше по политическим да, соображениям, по политическим а, факторам, да, которые влияют на рынок в целом международный. Вы имеете а, в виду, а, на, а, на высоком а, уровне. Ну опасения и... поставок в связи с Сирией, Сири, Ливия. Ливия, там, Ну и вообще в целом, да, больше тут геополитические какие-то факторы влияют. Потому что всем понятно, что сегодня предложение а, и спрос на нефть, и вообще энергетические энергетические продукты, она должна скорее была тенденцию взять металлов, да, как металлы упали в цене, потому что потребление сокращается. Также и энергетические продукты должны были идти по этому же сценарию. Но этого не случилось. Ну там пока, по многим пока. по многим факторам, а, но а, всем понимают, что в какой-то момент это все равно случится. Но кроме этого у нас расходы растут, да, бюджетные расходы, поэтому даже на этом уровне цены на нефть мы видим, что у нас уже бюджет а, не тот совсем, который был раньше. Ну да, кстати, Бьется Газпром, с дефицитом уже, да. Газпром говорит о том, что сократятся его платежи а, в бюджет. Но дело в том, что да, Газпром, да, но вопрос в том, что а, сегодня надо. Если мы выбираем другой приоритет, не поддержки экспорта сырья и энергетических компаний, а поддержки внутренних переработчиков, внутренних потребителей сырьевых продуктов и других услуг естественных монополий. Поддерживаем нашего отечественного производителя, поддерживаем нашу промышленность, говорим о новой индустриализации страны, говорим о том, что нам надо вырабатывать новый продукт именно в, в другом, не сырьевом секторе экономики, и только это может нас гарантировать от нашу экономику э, от каких-то катаклизмов, да, и выведет нас на нормальный, э, э, уверенный, стабильный рост, то тогда надо менять приоритеты, и тогда надо сокращать тарифы, надо давать приоритет потребителям, а не производителям услуг естественных монополий и, и энергетических ресурсов. Тогда нужно, по крайней мере, сохранять баланс, потому что мы не можем по-прежнему по ориентироваться на поддержку позитивных балансов и монополий. И при этом у нас на минус 30 да, в общий консолидированный результат всей экономики страны. То есть все компании почти на 30% сократили свою прибыль. Тогда надо менять эти приоритеты. Другой вопрос, как? Мы-то когда встречались с Путиным на встрече бизнеса 23 мая. Мы говорили о том, что необходим подход к тарифам менять. И необходимо было говорили о том, что инфляция минус. Угу. Борис Юрьевич, извините, мы прервемся на новости на какой-то момент. Это всего лишь минуту займет. Я лишь напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях бизнес-омбудсмен Борис Юрьевич Ситов. Звоните нам по телефону 65 10 99 6, либо пишите нам на сайт finam.fm. И не забывайте, что вы слушаете программу «Парадокс» на радио «Финам.фм». Мы снова в прямом эфире. Это программа «Парадокс». Меня зовут Александр Кашапов, гость студии «Финам.ФМ», уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Юрьевич Титов. Снова Добрый здравствуйте. еще раз. Мы обсуждаем заморозку тарифов естественных госмонополий. Выяснилось, что как плюсов, так и минусов достаточно. Сейчас мы попробуем определить, чего больше, плюсов или минусов. И Борис Титов заявил о том, что нужно сначала определиться с приоритетами, что для нас важнее, соскочить с нефтяной газовой иглы, как любят часто заявлять некоторые популисты, и при этом развивать остальные отрасли экономики, остальные э, отрасли э, развития и, и так далее. Либо продолжать э, усовершенствовать газодобычу, нефтедобычу, продолжать исследовать э, месторождения, источники, продолжать налаживать контакты с с возможными клиентами, потребителями нашего экспорта, и тогда принимать решения. Ну, на самом деле, действительно, приоритеты должны быть, но тем не менее можно делать и то, и другое. Не надо отказываться от одного ради другого или наоборот. Конечно, надо развивать сырьевые отрасли. Понятно, что это сегодня наш основной доход для нашего бюджета, для нашей экономики, для нашей страны в целом. Но тем не менее, приоритет которые мы будем концентрировать именно на этих на сырьевых отраслях, или все-таки мы будем отдавать больше э, внимания уделять и больше стимулировать развитие э, именно не сырьевого сектора? Так вот, э, конечно же, я как, э, ну, во-первых, представитель бизнеса не сырьевого сектора, конечно же, для меня э, понятен ответ. Мы эко -э, развивать экономику сможем стабильно только сегодня, обратив внимание, вернув внимание страны именно к перерабатывающим отраслям к реальной промышленности, к сельскому хозяйству, потому что без них выжить страна. к туризму. к туризму тоже, но ко всем отраслям, которые сегодня должны комплексно, да, развивать комплексную экономику России. Но поэтому, конечно же, надо менять тарифную политику, потому что повышая бездумно тарифы, как у нас это было до этого, мы просто задушили все, всех потребителей, которые сегодня уже платят за эти услуги больше, чем э, американцы, например. Поэтому, конечно, развивать экономику, такой инвестировать э, в переработку э, очень сложно. Но тем не менее нельзя и забывать о сырьевых отраслях. Поэтому такие жесткие, бездумные, такие, знаете, очень э, не сказать бездумные, но по крайней мере очень такие радикальные решения э, тоже, наверное, э, принимать сложно. Поэтому, когда мы встречались э, с президентом, мы предприниматели 23 мая. Мы предложили вариант э, индексации тарифов на уровне инфляции минус. То есть сейчас это идет инфляция плюс. В районе 15% да, процентов в, год. в год. Да, даже иногда больше. Мы говорили о том, что должна быть инфляция минус. Минус сколько? Но мы определялись цифру, это не Примерно. называли, но я думаю, 2 -3? что минус 2-3% uh -huh. это было бы нормальное развитие, дало бы возможность развиваться и сырьевым монополием, и было бы приемлемо для потребителей. Главное в этом смысле стабильность. Главное понимание того, что будет в будущем. Потому что каждый год мы заново устанавливаем тарифы, и мы даже не выстроить планы не можем потребители Долгосрочные. Да, долгосрочные. мы не можем построить бизнес планы да, инвестиции, потому что мы не знаем сколько Ск будет стоить сколько у нас энергетика. будет затраты да это хотя бы стабильно ну и второй момент который я хотел бы сказать регулируемый тариф это хорошо сегодня они знаете там например по газу регулируется от внешнего рынка угу. а, привязка к цене да, на нефть цена привязка к цене на нефть но на спрос на внешних рынках европейском рынке 333 постановление Uh, мы должны ориентироваться на наш внутренний спрос и предложение. Мы должны ориентироваться на наш рынок. Потому что мы uh, сегодня, держа тарифы на уровне, которые там европейцы бы, бы потребляли, нетбэком, да, это европейских цен, uh, не чувствуем, есть ли спрос. Uh, мы держим цены по-прежнему на высоком уровне, а спроса нет. И предприятия, просто не имея возможности купить дешевле, уходят с рынка. Или не приходят те, которые могли бы инвестировать. Поэтому мы всегда говорили, еще в начале 2000-х мы подготовили план, который назывался э, проект реформы газового рынка, на котором, кстати, подписался Газпром тогда, когда нужно двухсекторную модель применять. Да, одна часть рынка должна регулироваться государством, должны быть э, тарифы э, устанавливаемые со стороны правительства, но они, во-первых, должны каждый год ориентироваться на цены на свободном рынке внутреннем, а во-вторых, должна этот рынок уменьшаться постепенно, да, дойти там в течение 10 лет до уровня потребления только частных домохозяйств. А вторая часть рынка должна быть рыночной, реально рыночной, ориентироваться на спрос и предложение. Поэтому мы предложили создать биржу, биржу газовую биржу, которая какое-то время Внутреннее. просуществовала даже в результате того, что мы предложили, биржа называлась, она была при Газпроме, хотя мы говорили, она должна быть независимой, но мы пошли на эту, на этот компромисс и она Называлась «5 плюс 5» биржа, есть... газовая биржа, 5 плюс 5, 5 миллиардов кубов э, «Газпромовских» продавались на этой бирже и 5 миллиардов кубов «Независимых производителей». «Новотек» и… Да, и другие, многие, тогда э, несколько было производителей, «Новотек» тогда было больше производителей, тогда Кстати, была «ТНК БиПи», «ТНК БиПи» и было. Малые независимые производители. Угу. То есть 50 а, но, на 50 да, пересеты. Но всего 10 миллиардов. Но этот, это был реальный индикатор состояния спроса и предложения на внутреннем рынке. Более почему того, он, почему более он перестал того, существовать? Сначала Газпром был за, потому что тогда действительно спрос на газ на внутреннем рынке был больше. Колоссально. Предложения и тарифы а, были ниже рыночного спроса на внутреннем рынке, потому что все росло, все бумировало. А да, государство не позволяло их изреплять. Из а государство не повышало. И более того, цены на европейском рынке были огромны. И в результате, да, биржа начала существовать, и она начала показывать, что цены рыночные выше регули... цены, регулируемых государством. Она перестала существовать тогда, когда впервые была зафиксирована сделка на э, этом рынке, на бирже, которая была ниже регулируемых цен. То есть она показала, что спрос на внутреннем рынке уже ниже. Цена должна быть ниже цен, регулируемых государством. К сожалению, она быстро свернула свою деятельность. И, ну вот сейчас, сейчас она не существует. И сейчас нам все равно все попытки унять аппетит госмонополий по повышению тарифов нам указывают на то, что радуйтесь тому, что у нас очень низкая цена на газ Значит, в сравнении знаете, с Украиной. Но, это, конечно, хорошо. Но, тем не менее, если мы хотим стимулировать развитие другого не сырьевого сектора она должна быть ниже. Мы государство должно использовать Тем это более как наше конкурентное премия. Да, преимущество. Это наш товар. Цена в Катаре на газ, который сегодня является одним из крупнейших производителей, например, минеральных удобрений, помимо ми, того, что это да, нефтяная держава и газ, намного ниже, чем в России то есть потребители, переработчики газа внутри Катара получают этот газ по цене намного ниже, чем мы, потребители, получаем его в России. И, то есть идет стимулирование добычи... Переработки, идет стимулирование переработки, прежде всего, газа. Не добычи газа, а переработки газа. То есть минерально, компании, производящих минеральное удобрение. Кстати, являются ли вот высокие тарифы поводом к тому, что у нас даже вот переработка нефти-то не очень развита. У нас бензин очень дорогой, хотя нефть мы производим. Такой простой потребительский Вопрос автолюбителя. Почему у нас просто, дорогой бензин при просто, больших просто, объемах нефти? Просто вопрос, ответ на него такой. Цены на продукты, продукцию, в том числе и монополии, должны устанавливаться не в зависимости от того, сколько им надо денег на развитие, то есть иметь так, вот эту инвестиционную составляющую тарифа, а от того, какой спрос на их продукцию на внутреннем рынке. Поэтому я еще раз говорю биржа, как индикатор этого спроса могла бы быть очень существенным решением для того, чтобы потом государство смогло ориентироваться, да, на каком же уровне должны быть внутренние тарифы. Поэтому то, что мы предлагали, это восстановить биржу и начать ее заново работу, она показала свою эффективность и реально. Ну, показывал реальное соотношение спроса и предложения на внутреннем рынке. Ну, сейчас из производителей газа Роснефть, Новатек и Газпром. Получается, Роснефть и Газпром государственные компании, Новотек частная. Как вот они смогут тогда говорить о справедливом предложении, если это идет со стороны государства? Но тарифы тем? их не регулируются. Они частные компании, их тарифы не регулируются. Новотека. Новотека. Да, поэтому они сами устанавливают свои тарифы на газ. Другой вопрос, что регулируется стоимость транспортировки газа. То, то есть, соответственно, если эту биржу теоретически мы создаем, весь спрос пойдет к Новотеку, потому что он захочет играть с предложением потребителей. Но, но подождите, но если это рыночная конкуренция? Uh, потому что, вы знаете, отсутствие конкуренции приводит очень к негативным последствиям. Uh, В частности, вот что мы видим то, что сейчас, касается сегодняшнего что, что мы надо, сейчас наблюдаем. темы, которую мы обсуждаем. Потому что затраты, издержки монополии, когда они не встречают конкуренции, да, ценовой конкуренции на готовую продукцию, приводит к тому, что они очень вольготно тратят деньги. Ну, монополия, она же не зря да. называется монополия, хоть и государственная. Поэтому, конечно, ресурс, Раз, газ, ресурсы газ, для, газ... для дальнейшего развития, я должен сказать, что, конечно, они могут найти в своих э, экономии затрат. И здесь это затрат не только инвестиционных, но и текущих затрат. Здесь тоже есть резерв. Но еще, есть резерв, еще один резерв есть работа с финансовыми рынками. Вот мы когда-то, еще тоже несколько лет тому назад, в Деловой России подсчитали, была специальная работа, заказана, мы ее сделали о потенциальном возможности работы для Газпрома на финансовых рынках, то есть по заимствованию средств на свободном финансовом рынке. Угу. И эти возможности далеко Газпрому еще пока не исчерпаны. То есть они могут сегодня заимствовать и заимствовать дешево. И поэтому, конечно же, это еще один большой резерв для того, чтобы поддержать инвестиционные программы. Ну, пока же хозяин барин. Будем надеяться, Борис Юрьевич, на, с одной стороны, раз, государствление, с другой стороны, на восстановление биржи и на большее количество участников этой самой биржи. Mm -hmm. Мы заканчиваем первую часть нашей программы, которая была посвящена заморозке тарифов госмонополий. В следующей части мы... Конечно, тема, возвращаясь к первой части, эта тема не исчерпана. Мы еще вернемся к ней не раз и в новостях об этом скажем тоже не раз. Посмотрим, как это все будет развиваться. Во второй части программы мы поговорим о амнистии мигрантам. Звоните нам по телефону 65 10 99.6. Вы слушаете программу Парадокс на радио Финам ФМ. Здравствуйте, мы снова в прямом эфире. Это программа Парадокс. Меня зовут Александр Кашапов, гость студии Финам ФМ Борис Юрьевич Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей. Эту часть программы мы посвящаем амнистии нелегальной миграции, амнистии нелегальных мигрантов. А об этом, о э а предложении об амнистии, Борис Юрьевич, напомните, сколько миллионов человек? А, нет, ну сейчас по данным э внешним, так скажем, иностранных источников где-то от 10 до 12 миллионов. Хотя мне кажется, что эта цифра явно Завыщена. завышена. А завышена? Да. Ну, давайте тогда <laughs> с цифрами разберемся так. ФМС, Федеральная миграционная служба, периодически заявляет э, цифру от 3 до 5 миллионов официально. А, это ближе к правде. Вот. Это официально. Неофициальные источники, плюс довольно-таки достаточно авторитетные. Я не говорю о националь... националистических каких-то организациях. То есть подсчеты центров, подсчеты опросов общественного мнения. Они говорят о цифре в 10-12, ну, максимум 15 миллионов нелегальных именно мигрантов. А, на на вашем на странице одного из блогов, одного из э, известных информационных ресурсов, вы заявляете о том, что из 15 миллионов, да, зарегистрировали официально свои отношения трудовые только миллиона полтора. Соответственно, вот эти вот 12-13 миллионов, они нуждаются вот в этой э, амнистии. Амнистия. И опять же, возвращаясь... Но давайте я, может быть, Хорошо. сразу да, конечно. вступлю в бой. Слово амнистия, она вызывает такое очень пристальное внимание сразу в общественном сознании, в общественном пространстве. На самом деле, так же, как та амнистия, которая для предпринимателей была объявлена, имеет свои некие критерии, условия. Это не просто вот всем сразу предоставить свободу. Там есть критерии... Впервые осужденные только подлежат амнистии. Те, которые погасили ущерб, подлежат mm -hmm. амнистии. А, также и в случае с иммигрантами. Я вообще бы амнистии это не называл. Это так красное словцо. Хорошо. А в, я ваш блог называется «Иммигрантам зеленый свет. свет». Да, но вопрос в том, что я бы назвал это легализацией. А, легализация мигрантов которые сегодня находятся на нелегальном положении в Российской Федерации. Почему зеленый свет? Почему? Потому что, а, мигранты нам необходимы. Потому что без них экономика жить нельзя, это надо признать. Сегодня многие политики говорят, исходя из такого обывательского отношения uh -huh. к ситуации, э, всячески эксплуатируют эту тему в своих политизированных, да, для своих политического наращивающих ресурсы. Э, но, тем не менее, надо четко и ясно, э, с прагматической точки зрения, подойдя к этому вопросу, понять, что без мигрантов Россия жить не может. По некоторым причинам, несмотря что... на то, что у нас есть безработица в России, среди у нас граждан безработица России. самая низкая в Европе, Но и ведь... предложение рабочих мест в России на сегодняшний день выше, чем Запросы, потому что люди не хотят идти на те рабочие места, которые им предлагают. Ну пусть как-то мигрируют внутри страны граждане значит, России. у нас очень слабая внутренняя миграция. Это другая А может проблема. быть это развивается? Это нужно развивать другими способами. Это нужно развивать арендой жилья, возможности... Вот, кстати, та 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 где пере будут жить мигранты, которых мы легализуем? Давайте мы вернемся к главной теме. А, значит, предлагается да, дать возможность тем людям, которые уже въехали на территорию Российской Федерации, легализовать свое положение, получить разрешение на работу, соблюдя два главных условия. Первое. Подписав контракт с работодателем, потому что если нет контракта, ты не можешь получить разрешение в любом случае. Ты должен иметь подписанный контракт на работу с работодателем, и работодатель должен за тебя нести ответственность, платить налоги, в том числе некоторые налоги платятся у нас работодателем за сотрудника, и нести социальную ответственность по закону Тогда все обеспечены, защищены права и мигранта, и работодателя, и государства. Второе требование ⁇ внести некую дополнительную плату в специальный фонд, который бы гарантировал, что если мигрант нарушит законодательство, например, прекратит контракт или еще каким-то образом будет определенная сумма, которая может быть потрачена на его депортацию. Эта сумма должен внести предприниматель, работодатель. Который заинтересован а, в труде. И за счет которой мигрант должен быть застрахован. Застрахован от ущерба третьим лицам. То есть если он что-то нарушил, как у нас, к сожалению, мигранты, часто обвиняются в каких-то и криминальных действиях и прочее. Такая мигрантская осага. Да, да. Но типа того, правильно вы сказали. То есть от ущерба третьим лицам. Если нарушил чьи-то права, нанес ущерб, за счет страховки этот ущерб должен быть погашен. Но его тоже надо страховать. В вдруг этой ситуации его все права обеспечены. Кроме, мы решаем проблему экономическую, потому что, а, они все выходят на легальное положение, значит получают заработную плату и, и платят свои налоги в бюджет, тем самым мы увеличиваем бюджетные доходы. Б, мы выводим их а, в нормальную белую ситуацию и бизнес начинает инвестировать, потому что у него появляется а, большее предложение трудовых ресурсов, потому что сегодня не развивается экономика не только из-за Газпрома и там энергетиков или РАОЖД Потому что растут тарифы или там растут процентные ставки по кредитам. А потому что сегодня трудовые ресурсы у нас стоят уже неразумно дорого. Мы... Вот. Вот это, по-моему, ключевое. Конечно, и в этом смысле это тоже очень важное решение. Граждане Почему России? люди берут на работу нелегалов? Я не имею в виду там, тех, которые ну, совсем черные бизнесы, да? там, которые водку разливают в подвалах. Они никогда не будут в легальном поле, потому что у них сам бизнес криминальный или наркотиками да, занимается. Но те, которых бизнес-то легальный, шьют, там парят, uh -huh. подметают, строят. Почему они вынуждены брать нелегальных работников? Да потому что не могут они обеспечить, да, а, не могут найти среди русских тех, которые пошли бы на эту работу на разумных условиях среди россиян. Ну, Нет предложения. Сегодня по некоторым профессиям мы вообще не можем найти людей. Вообще, даже ни за какие это деньги. Это с учетом того, что есть вымирающие деревни, села, города, где образующее предприятие закрылось, где целые области Но вы знаете, сегодня нигде, они живут не социальной пособия. У нас сильно возросла социальная поддержка. А, Людям не очень интересно работать. 5 тысяч рублей в месяц? Значит, я думаю, что 5 тысяч рублей – это плюс, плюс к тому, что реальным заработок… Ну, есть, конечно, люди, которые зарабатывают мало – здесь понятно но эти люди сегодня во многом э, получая социальное пособие удовлетворяет своей жизнью ну вот они не ищут работу и э, сегодня еще я раз я не у нас могу самая я малая, не без, я самая не малая безработица в ми ну в европе весь кавказ заявляет о том что ему негде работать вот Кавказ говорит, там безработица 70%. Вот почему бы людей... А, Во-первых, там не создать рабочие места раз. Во-вторых, ну, людей... Но, потому что стимулировать они на миграцию. Не идут Внутренне. на такие совсем дешевые, низкооплачиваемые, но такие малопродуктивные, мало низкопрофессиональной а, работы. Сказать о э том, что мигранты... Хотя тоже я должен девушевые. сказать, что частично эта проблема, да, потому что даже там в, в Краснодарском крае работает много мигрантов, особенно на, а, так скажем, сезонных работах, сельскохозяйственных работах, которые приезжают с Северного Кавказа. Но еще раз, а, для, поскольку сегодня резко выросли внутренние а, потребности, так скажем, россиян на заработные угу. платы, внутренняя миграция пока еще работает слабо и плохо, а, мы получим большое предложение рабочих рук, а вы знаете, что рыночная экономика может развиваться так, только тогда, когда есть конкуренция. Мы конкурируем, бизнес в постоянном режиме конкуренции работает, конкурируя на рынках своих товаров, услуг э, с другими предпринимателями, другими товарами, но и работники должны конкурировать. Должна быть конкуренция на рынке труда. Потому что Ну, то есть, кто меньше предложит? Да, приходит сегодня, работник и говорит... Сегодня рынок труда — это рынок потребителя. Явный приоритет потребителя у нас в стране. Поэтому сегодня мы должны получить новое предложение, даже если говорить извне или за счет внутренней миграции. Или перепрофилирование людей из одних профессий в другие. Вот, вот отличный знаете, что вариант, у нас сегодня... Перепрофилирование сегодня, граждан России. Сегодня у нас а, в реально перерабатывающих отраслях, ну, в смысле я имею в виду в реально ä, производящих отраслях работает не более 17 миллионов человек. 17. При, Они говорят при... о 15 миллионах мигрантов, а у нас всего работает 17 миллионов. При э, требовании из 142 там миллионов людей остальные <свят> получают бюджетные зарплаты. Бюджетные. Дело в том, что я бы не согласился с тем, что люди живут на этих, на бюджетные только деньги. Ну, во-первых, цифры говорят сами за себя. Опять же, если возвращаясь к теме вымирающих городов, где там просто останавливается городообразующее предприятие, вот Оренбургская область, другие регионы России, тот, а, в Оренбургской области есть пример. Остановился никель комбинат. 4 тысячи человек уволили. Те, кто молодые, те, кто молодые, поехали, ну скажем, до 25-30 лет. Поехали в Москву. Кстати, Москва остается единственным городом, где люди не только могут заработать, а вообще выжить. Те, кто постарше от 35 Эк... и выше, они давайте ушли в таксисты. Давайте внутреннюю экономику. Вн внутреннюю иммиграцию. Поддерживать Росси российских предпринимателей, которые должны создавать рабочие места. У О, нас рабочих в... мест не создается в в частном секторе. А, Сегодня Наш предприниматель российский. Вот сейчас, вот сейчас говорят о том, о том, что у нас есть там пока еще рост заработной платы на 4%, по-моему, с начала года в этом году. это все равно меньше, чем но, инфляция. Но вы знаете за счет кого? За счет бюджетных заработных плат. А, потому что в бизнесе а, уже да. давно заработные платы не растут. Понятно, потому, потому что, что, наука что наука наши нарастут, экономики, налоги. экономики нарастут, стрипы растут. Тарифы налоги. растут. А, процентные ставки по вот. кредитам растут и бизнес уже на грани Барис поэтому промышленности вот... у нас 0,1 с начала года это так такая цифра рецессия да, <свят> промышленности и ВВП уже растет значительно медленнее чем а, по прогнозу многие экономисты быть. говорят о рецессии опять же то есть замедление поэтому давайте создавать рабочие места но а... для того чтобы эти рабочие места были конкурентны, то есть они должны а, они Может, есть здесь предложение, кто их должен занять, то, конечно, миграция на стране нужна. Внутренняя. Вы говорите о том, что многие люди в Оренбурге не имеют работы, да, но сегодня а, мы имеем. А, огромная совершенно потребность в рабочих местах, допустим, на Крайнем Севере, Отлично. где, где сегодня на Там очень много приисках, китайцев работают. я и говорю, работают в основном иммигранты. А знаете, почему выгодны китайцы? Вот вы, кстати, в своем блоге, если разрешите, я сошлюсь на него, упоминаете белорусский центр, где свезли 600 тысяч китайцев. А почему свезли 600 тысяч китайцев, когда очень много белорусов из-за отсутствия занятости в Беларуси едут в Россию, в ту же Москву? А, то есть, вот тебе рабочие 600 тысяч вакансий, почему белорусы все равно уезжают? Потому что есть, с одной стороны, как вы правильно сказали, э очень удачный повод назначить низкие зарплаты, гораздо ниже прожиточного минимума для белоруса, но приемлемый для китайца. И плюс, я считаю, это самое главное определенная договоренность. А почему, между... Ну вот скажите, почему приемлемый для китайца и неприемлемы для белоруса? Потому что если есть рынок труда, он должен обеспечиваться. Этот, на этом рынке а... Должны быть люди профессиональные со специальной подготовкой для того, чтобы осуществлять ту или иную работу, и должны а, а, в условиях там минимально, ну должны обеспечивать себя социально на определенном уровне. Но это должна быть конкуренция, понимаете? Ну, мы же не можем. Но конкурен... а... Получается, конкурент Если... это тот, кто согласен жить в коробках. И нет, есть один раз. Нет, нет, в коробках никто в Беларуси не живет. Нет, вот китайцы. китайцы живут. Подождите, вот смотрите, в августе их депортировали вьетнамцев полторы тысячи из Москвы. Их поселили в палаточный лагерь на раскладушке с медицинским обслуживанием. А их изъяли, точнее, ну да, их получается поймали в каком-то промзоне, в городке, где они реально жили в двухъярусных коробках. То есть их поднимали наши ОМОНовцы и везли в комфортабельный для них, по их меркам, палаточный лагерь. Поэтому Тут же правозащитники том, что Необходимо легализовать их, потому что это реально нечестная конкуренция. Это да, ч... Ч... Потому что это ну в да. последний момент хотел экономически, мы уже ушли в сторону от этого. Но еще одним экономическим моментом является то, что реально добросовестные предприниматели, которые в белую работают, имеют постоянную конкуренцию от тех, кто работает в черную. Если легализовать мигрантов, то тогда все выйдут в белую, и тогда будет реальная конкуренция, и тогда будет действительно интересно работать, да, то есть развиваться и думать о будущем, инвестировать. Пока есть нечестная конкуренция, есть нелегальные трудовые э, мигранты, значит, нету нормальной работы. Поэтому их надо легализовать, тогда они не будут жить в коробках потому что э, предприниматель должен будет им платить нормальную минимальную заработную Борис плату. Борис Юрьевич, давайте цифры, цифрам посвятим следующую часть нашей программы. Через э, полторы минутки, в последней четверти программы «Парадокс». Э, уважаемые слушатели, звоните по телефону 65 10 99 6, код города 8495, либо пишите на сайт finam.fm, и четвертую четверть программы мы посвятим цифрам. И снова здравствуйте на Финам FM. программа «Парадокс». Меня зовут Александр Кашапов, но главный здесь не я, главный это наши гости. А тем более у нас сегодня особенный гость — это Борис Юрьевич Титов. Бизнес-омбудсмен, который сейчас защищает права предпринимателей, которые не могут развиваться из-за того, что россияне не хотят идти на те зарплаты, которые предлагает бизнес. В результате Борис Юрьевич предлагает легализовать Часть приезжих со стран, прежде всего, наверное, все-таки Средней Азии, другие, менее благополучные страны СНГ. И размеры легализации могут Но составить нема... несколько миллионов. Значит, ну не совсем так. Легализовать на определенных условиях, вывести их в легальную сферу при определенных условиях. То есть они должны будут заплатить в гарантийный фонд на депортацию, и второе, заключить контракт. Они могут быть легализованы, если у них есть официальный контракт. То есть они будут платить налоги, будут официально Полностью попадать под то же регулирование, что российские граждане. А о цифрах мы поговорим чуть позже. Сейчас мы принимаем звонок. Кстати, и 6. Телефон студии ФИНАМФМ. Звоните и вы. А сейчас на связи, Сергей. Здравствуйте, Сергей. А, здравствуйте. Ваше вот, предложение, вот, вопрос. Вы... Я хотел бы а, пере... опередить. Сергей, вы прочитали блог Бориса Юрьевича? А, нет, нет, блог не мог прочитать, но ну, у меня сразу и вот. предложение и вопрос. Да. Вот. Вопрос один. Мы любим брать э, что-то с Запада, что-то с востока. Да, постоянно какие-то законы вводим. Это вопрос, да? За... Э, предложение. За... В Японии поборолись с иммигрантами следующим образом. Запретили работодателю принимать иммигранта на зарплату меньшую, чем японцы. Все. За... А так я это то же самое предлагаю. Если а, будет официальный контракт заключен а, с а, иммигрантом, то, соответственно, он попадает под все регулирование, как российский mm -hmm. Спасибо, гражданин. Ему нельзя платить миним... меньше минимальной заработной платы, и он должен был полностью платить налоги. Поэтому это как раз то и самое и предлагается. Вот насчет, кстати, цифр, и есть очень много примеров. В Израиле запрещено переводить приезжим, просто запрещены переводы. Есть еще страны, где запрещено, как в Японии, платить меньше, чем местным. И есть еще масса стран, где ну, в Норвегии вакансия должна висеть 7 месяцев. Если в течение 7 месяцев ни один местный на эту вакансию не клюнул, только в этом случае могут привлекать труд приезжего. И еще по цифрам, если позволите, вот депортация одного нелегального мигранта стоит в районе 1000 долларов. Соответственно, если мы хотим легализовать в районе там ну, 12 миллионов нелегальных мигрантов, точнее, если мы хотим их депор депор депортировать, это эти суммы я даже не Я предлагаю, не берусь чтобы эта депортация была за счет работодателя. Он Получая разрешение на работу для своего мигранта, так. подписывает с ним контракт и вносит специальную гарантийную сумму, которая была бы достаточно да, для того, да, чтобы депортировать. Мы об этом, мы об этом уже сказали. Но я просто хочу вернуться к вашему предложению: если мы легализуем вот эту массу нелегальных мигрантов, а, как. и при этом, скажем так, не введем. Ну, приедут же еще? А если у них будет контракт с работодателем, то они могут приезжать, да. И за них будут внесены суммы, и они будут застрахованы от ущерба третьим лицам. Нет, я к тому, что вот смотрите, мы легализовали несколько миллионов, приезжают очень Нет, много но мы тогда должны подумать о новом законодательстве, да, провести разовую легализацию, это возможно, так. но у нас по-прежнему работают квоты. То есть система квотирования э а, нелегальные то они сверхквоты а, приезжают а, а, и А вы работают. имеете в виду про нелегалов? Да, приедут? начнут значит начнут с снова уезжать спокойно нелегалы, потому что у нас Почему нет границ. Спокойно? Ну у нас нет границ с Узбекистаном, у значит, нас нет границ с Казахстаном. С нелегальный. Э иммиграции. Мы должны бороться естественно про, э, и продолжать дальше это делать, так же, как мы делаем это сегодня. Но, во-первых, э, будут они едут фонды, и едут. гарантийные фонды. Но, во-первых, мы... Нелегальные станут конкурентами уже мы, легальных мигрантов. Мы, мы, ну, для них работа нужна, понимаете? Если мы снимем спрос на их э, труд, то тогда их станет меньше, они выйдут в легальную сферу, потому что мы возьмем те предприниматели, которые сегодня работают на нелегальном рынке, набирая людей, они, мы дадим им возможность официально легализовать этих э, э, этих работников. Предприниматель. Поэтому спрос уйдет, поэтому людей больше не приедет. Почему? Ведь, ну, предприниматель, резиново... предприниматель желая сократить издержки еще больше. еще больше. Тогда он выходит в нелегальную сферу и он несет риски, да, риски связанные с нелегальной сферой. Он должен платить коррупционную дань тем, кто его крышует. Как сейчас? Как сейчас. А мы ему даем возможность. Он это делает, потому что ему очень сложно пригласить работника. Ему надо за год оформить квоту, заявку на работника. Это целая бюрократическая процедура. Но это не обычное да, использование нет, нелегального это... труда. Ну а что делать, если он не может, тем более малые и средние предприятия. А потому что эти, Поэтому они вынужден, вынуждены, вынуждены брать э, нелегальных. Но они при этом несут огромные риски и платят дань коррупционную за крыши. Сейчас им предложено будет выйти в легальную сферу. Да, он должен будет платить большую заработную плату. Да, он должен а, заплатить специальную сумму в гарантийный фонд. Но он должен, каждый взвесит это. Что выгоднее, рисковать и платить а, взятки или выйти в легальную? Зачастую рисковать выгоднее. Значит, и поэтому... Почему, значит, еще раз, для многих предпринимателей важно не рисковать. Поэтому многие бы официально хотели бы это сделать, но не могут себе этого позволить на сегодняшний день. Поэтому вот они уйдут, часть, большая часть, по моему убеждению, уйдет с этого нелегального рынка. Поэтому рынок нелегальный резко сократится. И уже никто не будет представлять, не имею в виду, в меньшее количество людей будут работать на этом нелегальном рынке, и представлять рабочие места. Я хочу вам пример привести. Из нашей же практики, не из западных и не Японии, стран. Мы только что недавно ввели систему, когда частные физические лица могут привозить себе работников, как физические лица. Очень просто. Оформление разрешения на работу, там это называется патент, я точно не помню, как это называется, занимает это в месяц, по-моему, тысячи рублей, автоматически происходит. Хочешь себе частного работника у себя дома, из-за границы, оформляешь документы буквально за день. И за небольшую сумму в бюджет он может у тебя работать. Сегодня приезжает уже тысячи таких работников. И официально спокойно работает. Мы убрали, практически уничтожили нелегальный рынок тех людей, которые работают дома у частных лиц. Судя по тому, что творится на улицах и опять же в домах, мне кажется, мы все-таки далек, далеко от того, чтобы проводить это рынок. У, значит, я вас уверяю, сегодня получить разрешение на то, чтобы дома иметь привести, привести себе, дом себе работника, сад, вообще труда не стоит. Это очень хороший показатель того, как правильно, упростив процедуры, сократив издержки а, тех, кто хотят это сделать, до минимума и при этом не создать никаких проблем сегодня все работают легально дома у всех и, и и и вот то же самое надо сделать что мы сделали с людьми которые хотят просто как а, индивидуально приглашать таких работников Сделать то же самое для компаний. Вот Борис Юрьевич, а вам не кажется, что одной из мер борьбы с нелегальной миграцией будет введение виз с республиками, откуда идет поток? Значит, это все ограничения, которые приводят к увеличению издержек Может быть, очищению? российского Может быть, очищению? бизнеса, вывода его в неконкурен... неконкурентную сферу. И а, в результате мы проиграем эту конкуренцию тем же белорусам и Казахстану. Мы будем здесь с вами а, питаться... А, кататься и прочее на э, белорусских э, казахских и других странах э, и продуктов из других стран ну и там вот виза. К этому ну, там нет, нет я имею в виду я имею в виду. Что, здесь визы я вам еще раз говорю любое ужесточение регулирования приводит к издержкам можем ли мы позволить себе эти издержки наша экономика позволить их не может потому что политика да вот это общественное все вот мнение это стоит денег можно как угодно регулировать. Вообще запретить въезд иммигрантам Повысить сегодня зарплаты на внутреннем рынке. На уровне, там, я не знаю, Бахрейна. да? И ну, что из этого получится? Пока у нас есть нефть, у нас все еще ничего. Как только мы перестанем быть сырьевой экономикой, или цены на нефть упадут, то, внутренняя конкуренция. то у нас настолько упадут зар заработные платы внутри, что уже будет не до иммигрантов Понимаете? У нас есть звонок. Валерий, здравствуйте. Все сами уедут из страны. Да, yeah. yeah. ваш yeah. ваш, yeah. ваш yeah. прецедент, mm -hmm. ваше предложение. Мое, значит, ремарка такая: выдумывается бесконечное количество причин для того чтобы оправдать десятки миллионов значит, мигрантов, которые заселяют нашу страну бесконтрольно, завозят сюда наркотики и так далее, ну, чтобы оправдать политику Путина в этом направлении. Ну, вот это один из умненьких таких, который вам э, оправдывает. Почему еще пять миллионов? Валерий, должен... да, я призываю вас вести себя покорректнее и ближе а, к политика фактам. Путина как раз она очень жесткая. Ну, отграничив... значит, пример Японии корректно. Мы, 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 уже, нет, мы, уже, обсудили, мы уже обсудили.

Да, что можно жить без мигрантов, а, а этому товарищу ну, хорошо платят. Насчет то, Японии я вам скажу, я что свои деньги на... зарабатываю сам. Япония, Япония, а, Япония вот кстати, в большом кризисе. А Япония, кстати, в большом кризисе. Запустить. Спасибо, да, Валерий. Вам много платят. Спасибо, Путин. Валерий. Валерий. Я считаю, что ваш, ваш звонок был не конструктивен. Мы хотели бы обращаться к фактам, к примерам. Японию мы уже обсудили: в Японии все не все так хорошо, более того, там, из-за. Вот этих больших припонов там большая стагнация не зря же говорят про Японию, что она она может повторить десятилетия застоя именно из-за этих припонов, когда соблюдалось не только количество мигрантов, точнее жестко регулировалось, но еще в Японию не могли даже туристы въехать сверх квоты, даже туристический бизнес, не говоря уже о рынке труда, в Японии стагнировал и не развивался я хотел бы сейчас по оставшуюся минуту программы посвятить речи Бориса Юрьевича Титова, нашего бизнес-омбудсмена российского. Как все-таки менее болезненно для всех провести эту легализацию? Значит, еще раз, надо посмотреть правде в лицо. Не заниматься такой популистской риторикой на угоду, в общем, людям, которые только сегодняшний день видят и не видят будущего. Легализация – это единственный способ признать ту ситуацию, которая есть. Эти люди в любом случае будут здесь, потому Понятно. что регулирование оно такое у нас, что ну, то есть, лучше, чтобы пример... они работали легально, они а жили в подвалах. Пример развитых стран, и, где да, и не создавали въезд. конкуренцию да, для российского для нас, бизнеса для нас не является. Поэтому сегодня лучше легализовать, вывести в легальную сферу, при этом заставить их и предпринимателей и работников, которые у них работают мигрантов, платить налоги, получать мини платить им минимальную заработную плату хотя бы минимальную, а то и выше, да, которая рыночную, так скажем, заработную плату. Uh, и, кроме этого, гарантировать то, чтобы они не, носили вре не наносили вред российским гражданам, тем, лицам. что страховать от ущерба третьим лицам. Спасибо. И тогда Борис Юрьевич Цветов был гостем Финам-ФМ. Это уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей. Вы слушали программу «Парадокс». Она была посвящена заморозке тарифов.